Смотрите, ситуация очень такая. Я раньше думал, что брехун номер один в нашей стране – это Арсений Яценюк. Оказалось, нет. Есть более продвинутый политик – это Порубий. Несколько недель назад он встречался с профсоюзами, с активом, с главой профсоюзов Осовым Григорием и обещал, что в четверг на этой неделе будет голосоваться бюджет. Ну, на следующей неделе, сессионной неделе будет голосоваться бюджет. Мы пригласили людей со всей страны, чтобы поддержать новацию о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен. Люди бросят свои рабочие места в этих немыслимых погодных условиях, приедут в Киев поддержать отдельные социальные инициативы, но тут мы узнаем буквально вот на днях о том, что рассмотрение неделю. Бюджета будет перенесено через. Очередной раз через неделю. Через неделю. Я хочу обратиться к нему. Если ты думаешь, что у нас недостаточно сил мобилизировать людей для того, чтобы заставить таки вас поднять минималку до 3200, поднять пенсию и убрать 15% налог на доходы пенсионеров, ты ошибаешься. Мы добьемся решения этих социальных задач.